Максим Бравцов, доктор Ломбарди. За дуэт в спектакле «Желудок Дримс. Похитители чувств». В постановке Андрея Желудова, Большой драматический театр имени Толстанова, Каменноостровский театр. Сергей Медицко, яичница-экзекутор. Евгений Филатов, Анучкин, отставной пехотный офицер. И Александр Новиков, Живакин, моряк. За ансамбль в спектакле «Город женитьба Бога» в постановке Юрия Бутусова, театр имени Ленсовета. Татьяна Колганова, Валентина, и Татьяна Рибаконь, Катя, за дуэт в спектакле «Валентина в день» в постановке Вадима Сквирского, театр-студия «Небольшой драматический театр». Арсений Лыцев, промышленник, Роман Зайдулин, профессор Булат Шамсуддинов, капитан Анна Захарова, уборщица. За ансамбль спектакля «Трое на качелях» в постановке Руслана Нанава, театр на Васильевском. Сергей Медицко. Ага. Спасибо. Это спасибо за правильный выбор и хороший вкус. Чувство гордости за жюри, которое вынесло это непростое решение. Спасибо огромное. Юрий Николаевич Бутусов так меня мягко очень. Очень мягко, очень тонко склоняет к ролям второго плана. Очень мягко, очень мягко. И я слышал, что в будущем году будет номинация «Лучший участник массовых сцен». И вот тогда уже я вам дам. А на самом деле, получился такой праздник. Это так здорово, честно говоря. Вот я смотрю на всех красивых людей, женщин и мужчин. Коллеги, я рад, что мы все здоровы, что мы все на коне. Конечно, мы завтра утром придем в свои гримерные и начнем вот то, что сейчас замечательно показали студенты в своем тонком этюде. Но все равно, вот за этот праздник я хочу выпить. Спасибо.